Всем привет! Сегодня мы узнаем о самых холодных местах на Земле. Барроу, США. Самый северный населенный городской пункт Северной Америки. Открывает список самых холодных мест на Земле. Город находится в районе вечной мерзлоты. Почва здесь может промерзать до 400 метров в глубину. Климат Барроу не только холодный, но и сухой. Зимнее время года считается крайне опасным для жизни, так как суровые морозы сопряжены с сильными ветрами. Примерно 3 месяца в году показатель температуры превышает 0 градусов, но не поднимается выше плюс 4 градусов. Даже для лета здесь характерны заморозки. Среднегодовая температура в Барроу составляет минус 12 градусов. Самая низкая температура приходится на февраль месяц и составляет минус 49 градусов Цельсия. Особенностью города вечной мерзлоты является и то, что солнце здесь практически не появляется в период с ноября по февраль. Следующий американский город International Falls также имеет право носить звание самого холодного места планеты. Американцы зовут этот населенный пункт холодильником нации неспроста. Температурные показатели в самом теплом месяце июля могут быть равны 0 градусов, а в самом холодном январе достигает 49 градусов ниже 0. Астана, Казахстан. Занимает 8-ю строчку в списке самых холодных мест планеты и 2-е место среди самых холодных столиц мира. В зимнее время года ртутный столбик может опускаться до показателей минус 52 градусов. Зимы здесь очень холодные и долгие. Период морозов начинается в ноябре и длится по апрель. Для лета характерна высокая температура, которая может достигать плюс 41 градуса Цельсия. Среднегодовые показатели равны 3 градусам выше 0. Город Воркута, Республика Коми, может носить звание самого холодного места в мире, который расположен в зоне вечной мерзлоты. Населенный пункт имеет субантарктический климат и относится к районам крайнего севера. Заморозки наблюдаются здесь на протяжении 10 месяцев в году, и даже в летнее время не исключен небольшой мороз. Из-за сурового климата Воркуты выращивание овощных культур в открытом грунте невозможно. Среднегодовая температура в городе составляет минус 6 градусов. Абсолютный температурный минимум приходится на декабрь и составляет минус 57 градусов Цельсия. В летний период ртутный столбик может подниматься до показателей плюс 33 градуса. Деревня Усть-Шугер, Республика Коми, борется за звание самого холодного места на Земле. В 1978 году здесь были зафиксированы рекордные показатели, равные 58 градусам ниже 0. Средняя температура самого холодного месяца, декабря, составляет минус 28 градусов, а самого теплого, июля, плюс 14. Столица Республики Саха, Якутия, город Якутск, занимает 5-ю строчку в рейтинге самых холодных мест планеты. Суровые якутские морозы в зимнее время года в среднем составляют минус 40 градусов. Максимум минимальной температуры здесь может достигать отметки 65 градусов ниже 0. Зима длится здесь на протяжении полугода, с начала октября по конец апреля. Что касается лета, то для северного города тут стоит аномальная жара, которая может достигать плюс 40 градусов Цельсия. Среднегодовая температура в Якутске составляет 9 градусов ниже 0. Это один из крупнейших городских населенных пунктов, расположенных на территории вечной мерзлоты. Бывшая станция Айсмитте, Гренландия, занимает 4-ю строчку в списке самых холодных мест Земли. В 1930 году здесь были зафиксированы самые низкие температурные показатели, которые составили минус 65 градусов. Средние показатели температуры февраля составляют 47 градусов ниже 0. В июле, который считается здесь самым теплым месяцем, средняя температура составляет плюс 12 градусов Цельсия. Станция располагалась на Гренландском щите на высоте 3010 метров над уровнем моря. Именно сюда была направлена в 30-х годах прошлого века гренландская экспедиция
Альфреда Вегенера, в которой пострадали множество человек от обморожения. Сам Альфред погиб от переохлаждения. Станция «Восток», Антарктида, открывает тройку самых холодных мест на планете Земля. Именно здесь находятся тяжелейшие климатические условия. Низкие температуры наблюдаются на протяжении всего года. В 1983 году на станции официально были зарегистрированы показатели минус 89 градусов. Самая высокая температура была отмечена в 1957 году и составила 13,6 градусов ниже нуля. Этот район по праву носит статус «полюс холода». Самыми теплыми месяцами считаются декабрь и январь, когда средние показатели равны минус 35 градусам Цельсия. Станция находится на высоте 3488 метров над уровнем моря, что и не позволяет ей носить звание самого холодного места Земли. Город Верхоянск, Республика Саха, является самым холодным местом на планете после селения Оймякон. Верхоянск также относится к самым маленьким российским городам с численностью населения чуть более 1000 человек. Самые низкие показатели температуры были здесь зарегистрированы в 1892 году и составили минус 68 градусов. Город носит официальный статус «полюс холода». Зимы в городе Республики Саха продолжительные, очень суровые и холодные. Кроме этого, тут выпадает ничтожное количество осадков, сравнимое с пустынями. Поэтому Верхоянск еще относится к городам России с самым сухим климатом. Заморозки возможны даже в летнее время года, которое длится очень недолго. Среднегодовая температура составляет минус 18,6 градусов. Село Оймякон, Республика Саха, официально признано самым холодным местом на Земле, является одним из полюсов холода на планете. Это одно из самых суровых мест в мире по климатическим показателям, где проживает постоянное население с численностью около 500 человек. Расположено село на высоте 745 метров над уровнем моря. Абсолютный минимум температуры здесь составляет 64 градуса. Но по некоторым данным, в Оймяконе в 1938 году была зафиксирована температура минус 78 градусов. Верхоянск также претендовал на самое холодное место в мире, но по метеорологическим данным среднегодовая температура в Оймяконе ниже на 0,3 градуса Цельсия, чем в Верхоянске, что позволяет ему занять лидирующее место. Понравилось наше видео? Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Свои пожелания относительно того, что вы хотите увидеть в следующем видео, оставляйте в комментариях.